Так, сейчас мы продолжим. Так, нет, этих чуваков мы пока не будем. У нас появилась компания, так что немедленно отправляемся туда. А, но перед этим, наверное, захватим очередной аванпост. Здесь у нас недалеко. Да, недалеко. Так, вот тут у нас что за строение? Да, вот тут сюда нам надо. Здесь у нас... Надо что-то нам... О, письмецо взять. Круто. 8 уже писем. И вот все, да, здесь все. Здесь, кстати, магаз теперь у нас доступен. Быстрое перемещение. Так, ну, это наш дом, да? Типа того. Так, а... блин, уровень кармы 3, походу. О, прыгнуть бы туда. Блин, аванпост. Слушайте, я не знаю. Ну, давайте на этом попробуем. Какой чувак сидит, а это наши. И на крышу можно залезть там. Скидка 25% в магазине. Так, а у нас... Пятнашка, да, надо, пожалуй, пополнить. Палатки теперь живут, блин. Просто я их выгнал. Так, а где магаз, я не понял. А, подожди, я, кажется... Это, наверное, есть. Вот этот ходячий магазинчик. Вот, с ним надо. Ой, что это? Просто... Бронежилет. Ага, круто. Это типа улучшение для дома. Ну, неплохо, а что такое? Так, ну, бронежилет... А, все, это магаз. Прикольно. Фига, правда, я это сделал. Блин, ну ладно. Пофиг. Так. Ну и где магаз этот, блин? Вонючий наверху, походу. Точно. Слушайте, а может он и был здесь? Так, а тут не было, да, других магазинов вроде бы? Вроде нет. Поэтому заходим, продаем. Все, продали. Теперь у нас, блин, еще один уровень, и мы качнемся, смотрите. Ой, еще чуть-чуть опыта, я имею в виду, жилет. И все. Можно идти. Так, нам бы еще одну ячейку здоровья, но это путь к северу или путь к северу, я так и не знаю. Может, костюм крыло использовать? Не-не, давайте вот эту. Попробуем развернуть его сейчас. О, нормально. Так. Неплохо. Я хочу сказать... Долго я уже играю, кстати. Так, надо бы уже завершать скоро. Ёп, и лаги какие-то начались. Но это потому, что я... Так, так, так. Стоп, стоп, ребят. Это потому, что я видео там перекидывал. Так, сколько там? 400 метров. Ну, ладно, пока летим. Блин, лаги, ёп твою дивизию. Сука. Офигеть, лаги. Ладно, снимаемся. Точнее, выходим. Да ёп! Ну чё это такое? Вообще завис. Ссаные лаги. Да ёп! Ну чё за херь? Офигеть. Блин, я манал. Ладно. Снайперку берем. Сейчас надо видео мое сжимать, которое все это наснимал. Так, значит, заходим наверха. Сейчас будем отсюда их снимать. Блин, надеюсь, в этот раз они меня не просекут. Так, 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 так. Ну-ка, ну-ка. Нам еще 100 метров бежать. А, ну вот, в принципе, аванпост. Тут густая растительность, да, достаточно, блин. Да сука, чё за лаги, ёп! Манал я их всех. Так. Значит, на дерево бы залезь, и говорю. Было бы классно достаточно. Смотрим, вон там один. Одинокий козел, охотник хрен.
Его в первую очередь надо снимать. Хорошо стоит. Да вы офигели, что ли? Почему я не попадаю? Во, даже в голову. Почему подкрепление? Да чё за винтовка-то? Я не... Держитесь, мы идём. А в чем прикол? Почему? Может, охотник, потому что, типа, он меня заметил, но это не показалось. Вообще непонятно. Давайте быстрее в кусты тогда. Офигеть. Слушайте, ну если мне скажут, я сейчас разберусь с ними, они скажут, что меня не заметили, я вообще офигею. Так, тут вроде машина. Кто-то здесь уже близко подходит. Так, это наши здесь. Музыка утихла. Засекаем их всех. Можно посмотреть по инъектору, сколько у нас их, 5 штук. Пока что пофиг. Ну, глушитель, он вроде бы тише стрельбу делает, правильно? Ну, а что тогда? Шикарно, вот это было снять бы. Приближаемся по дороге. Ёб, чуть не заметил меня. Лях, муха, отошел. Да вроде попал в голову, нет? Ладно, вот так будем. Суки, заметили, блях ты, муха. А такой шанс был. Так, кто палит? Кто? Да ёб, вы чё, офигели? Двоих сразу, да. Ладно. Тогда будем считать, что опыта побольше получим за то, что мы... Вообще греным. Офигеть. Да почему 30-ку-то дали, ёп. О, а, ну это тоже 30-ка, ну ладно. Бронированный, наверное, вон тот гад меня сносит. Да вроде в голову попал, нет? Вот зря я снайпер какой-то взял. Хотя хрен узнает, может и не зря. Блин! Не пойму, я вроде бы попадаю в них. Почему у меня стрелы? Ну давайте попробуем сюда хотя бы так. Может, она не долетает? Хер, хрен знает ее. Ладно, давай тогда пулемет бери. Так, почему он не хочет брать? А почему у нас пулемета нету? Ёб твою. Я, походу, его выкинул случайно, наверное. Так. Да выйдет сюда. Сейчас он выйдет. Голову хотел. Так, не спешим, не спешим.
еще не все, да? Да в голову ж вроде, ёпта. Ой, теперь в голову вроде. И ради чего? 500, наверное, дадут сейчас. Да, именно так. Ну, 11 навыков уже, это очень круто. Патроны собираем. Сотку дали еще. Или нам сотку так и дали. Так, рюкзак почти полный, или кошелек почти полный. Ну, сейчас закупимся уж. Так, продаем. Так, все. Доза героина сраную и покупаем боезапас. Да, еще вот бронежилет и инъекторы. Почему-то уже все потратили. Ну ладно. А, это опыт, все. Так, что мы покупаем? Может, какую-нибудь новую пушкенцию купим? Как вы думаете, оружие? Вот это классный, наверное. Ну, пулемета, блин, урон класс. Офигенный. Огнемет, нифига у него урон. Дальность очень плохая. Хотя, подождите, дальность нормальная. Хм, неплохо. Можно что-нибудь новенькое прикупить. Вот этот вот. Так, это что? А, у него урон меньше у нашего пулемета. Подожди, а мы же не этот брали. Да мы же какой-то другой пулемет вроде. Вот. Вот этот наш. Ну, сейчас мы глянем еще что-нибудь здесь. Не-не-не, ладно, вот тут глянем. А, слонобой. Ну, это дробовик явно. Убираем сюда, естественно. Так, и окраску нельзя поставить. Все, уровень кармы у нас, я не знаю, какой, надо посмотреть. Так, прогресс. А, третий уровень из 8, походу. Мало достаточно. Я в порядке. Так, а что у нас? Уходи. Так, сейчас мы посмотрим. У нас сейчас ночь. Поэтому давайте поспим. Так вот, не так сойдет. Меня все равно на... Чё? Кто там? Ну-ка, сейчас послушаем, что он там, или она, кто там, он говорит. Не подходи, они узнают. Не, вот твоя рожа мне не нравится. Давай тогда выходим отсюда. Ой, это машина. Так, ну что мы тут? Так, а почему патрон мало? Подождите, я не понимаю, что происходит вообще. Почему 240 у нас патрон? Я же вроде купил. Я, наверное, купил. Я, наверное, купил после того, как. Да, вот. 200 еще. Так, и подождите, по изготовлению. Сейчас мы посмотрим, что нам нужно для. Нам нужно вот неделя мода в Кирате. Ну, отправимся к компании. Так, а неделя мода это у нас как. Я забыл, выглядит. Так, еще раз. Так, изготовление. Сердечко вот такое, да? Вот оно. Так, подстрелите для Муму шифрона уникального опасного зверя и снимите с него шкуру. Награда. Так, тут быстрое перемещение нельзя, да? Сюда, значит. Кират. Полдеплер. Производство. Так, что-то быстро слишком они пишут. Спаси себя, Кира. Так, подожди, не то, не то, не то. Вот здесь нам нужно. Так, куда нам нужно? Сюда. Сейчас доберемся. Так, что-то знакомая какая-то местность. Ну, либо мне кажется. Ну, я захватывал, естественно, этот аванпост, поэтому, может, и кажется, знакомая эта местность. Так, пулемет у нас 400 патрон. Так, листик явно нам нужно уже взять. Леопард. Ну-ка посмотрим, где он у нас. Берегись, леопарда! Мочи его, давай.
И уровень кармы. Сейчас мне скажут, тут чувак редкого зверя. Наверняка медоед и, блин, этот какой-нибудь... Замочить его с ножа, например, только так. Эй, а нам же не нужен леопард. Ё-моё, нафига я... Ну ладно, пригодится. А мне казалось, что нам нужен он чему-то. Так, вот там кто-то у нас сдох. Ну, кабанчик наверняка ли. Тапир, я не знаю даже. Да, скорее всего, кабан. Это кто? Так, это у нас тапир вроде, да? Тапиры нам не нужны. Или нужны, подождите. Сейчас посмотрим. Не, не нужны. Нам нужна рыба вон какая-то там. Так, тик-тик-тик. Топирчиков тут много достаточно. Так, а вот тут у нас еще есть кое-что очень интересное. Так, лаги. Братья и сестры, на нас напала армия короля. Да вы офигели, ну ёб! Я за... Офигеть, я задание хочу. Мы ведем бой! Помогите! Да вы с ума сошли. Что мне с этого будет? Блин, офигеть. Убейте как можно больше вражеских солдат. Гренами закидываем. Пулемет надо брать. Хотя нафига, сейчас мы сделаем вот что. Ща. Шикарно. Так, и берем стрелы. Чтобы множественные сделали. Одного только. Так, где тут еще? Ай-яй-яй. Ладно, пофиг, берем тройку. Чё? Очень высокий... Процент убийств, большое количество опыта. 800, круто. Уровень кармы 3 все равно. Так, а стрелами мы кого? Все, бегом на задание. То офигевшие просто. Так, этого мы тоже вроде так взяли, да? Да, мы это захватили. А что у него?